Привет, друзья! Меня зовут Татьяна Лазарева. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам из знаменитой московской предсентябрьской пробки. Все мы приехали в Москву, готовимся к 1 сентября. И я вас очень прошу вспомнить о тех, кто не имеет, возможно, таких ресурсов для того, чтобы отправить своих детей в школу. Есть такие малоимущие семьи. Мы с фондом созидания им по мере сил помогаем. Очень хорошо, что планета тоже к этому присоединилась. Пожалуйста, я вас прошу, когда вы пойдете покупать что-то для своих детей, купите это в двойном экземпляре, если вам не сложно. Или просто добавьте от себя ручки, карандаши, пенал, фломастеры, что-то, что нужно для школы. А мы все это отправим тем детям, которые хотят не просто учиться, а хотят достойно это делать. Это очень важно, воспитывать с детства у детей чувство собственного достоинства. И мы можем с вами в этом им помочь. До 1 сентября еще осталось достаточно времени. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Всем peace!